Преступления были совершены идентичным способом, что указывало на серию. Злоумышленник выбивал стекла из окон и проникал в дома. Оперативники опросили потерпевших, свидетелей, а также изучили записи с камер наблюдения. Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. В сумке полицейские нашли краденые вещи. Подозреваемый сознался во всех фактах по заявлениям потерпевших. В настоящее время установлена причастность задержанного к 4 кражам на территории города Смоленска. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 650 тысяч рублей. Максимальные санкции по данной статье – лишение свободы сроком до 6 лет.